Давай. Или не еще раз. Хорошо. Так, всем привет. Макс, расскажи, что мы будем сегодня делать? Сегодня мы будем придавать форму, а именно стричь горячими ножницами. Покажи, пожалуйста, вот они лежат. Да. А вот, что мы будем делать? Мы делаем концы, потому что концы очень у нас, можно вот посмотреть, да? Какие вот. Да. У нас пористые, расслоенные, секутся. Угу. Мы будем придавать форму, приводить волосы в порядок. Макс, расскажи, что мы сделали? Так, ну, нашей модели перемыли волосы, да. Обработали бальзамом, подготовили их к стрижке, угу. Отжали полотенцем немножко лишнюю влагу, да. И сейчас будем приступать к работе. Угу. А, посоветовавшись, мы решили, что наши концы будут сниматься вот где-то примерно вот такую вот часть. Это где-то 2-3 сантиметра. Где-то 2-3 сантиметра, да. Потому что как бы все модели отращивают, и вот мы хотим, чтобы у нас тоже был, угу, вариант длины. Угу. Хорошо. Ножницы, еще раз вас напоминаю, выставлены на среднюю позицию. То есть 120? 120, да. Я покажу температуру. Вот, 120. Вот. 120, это какие у нас волосы идут? 120, это идут у нас волосы, которые вот немножко, как бы, момент светлые. Угу. Да, вот. И идет момент таких вот, они не грубых, не толстых волос. Я понял. Вот. Можно также работать в варианте пойкинга, можно снимать полностью моментом ровно. Угу. Также я хочу сказать, что ножницами можно работать на влажных волосах. То есть многие спрашивают, а можно ли работать насухо? Ну, можно насухо, можно влажно. То есть, как бы, это автономный момент. Вы выбираете сами для себя, как вам удобнее. Также я хотел напомнить, ножницы у нас 4 класса. Идет у нас прекраснейший вариант коврика, на который можно ложить эти ножницы. Ножницы у нас в чем? Карбоновая накладка у нас идет. Карбоновая накладка. Кстати, вот можно дотрагиваться очень даже неплохо. То есть это все выдерживается. Если вы, не дай бог, где-нибудь даже ближе возьмете, то есть не бойтесь опасения того, что это будет порезано. Uh-huh. А по технологии, конечно, лучше всего разделять на зоны. Вот. Или же придерживаться диагональных проборов, разделять блочной системой. Буквально вот 3-4 варианта, и вам хватит, чтобы простричь всю голову. Вот наши все кончики, которые мы подводим, немножко обрабатываем. Вариант пойкинг. Напоминаю о том, что в этих ножницах у нас идет 3-метровый шнур, который нам просто, вот, мы можем дотянуться и к верхней массе, можем дотянуться и на ту сторону, и на правую. Как бы это очень хорошо помогает и удобстве, и в работе клиентов. Мастер чувствует себя комфортно. Удлинитель не требуется, да? Да, как бы удлинитель носить с собой не нужно. Кстати, очень мягкий ход ножниц. Как бы другими ножницами мы 2-1 класса там чувствуем какие-то перепады. Здесь очень все хорошо и мягко. Да? Заметил, как я вытек? Никаких, нигде ничего. Нижнего мы все простригли, да? Да, мы простригли низ и делим теперь следующий блок. Трудно поддаются расчесыванию из-за того, что кончики очень сильно секутся. Угу. Я думаю, после нашей обработки горячими ножницами все изменится. Ну, мне кажется, все равно процедуру надо 2-3 раза пройти. В год где-то 3 раза, мне кажется, надо пройти. Да, за год 3 раза, я думаю, это будет прекраснейший момент. Да. А сколько ты стрижешься, например, в год? По-разному? Ну, 2-3. 2-3 раза? Ну да. 4, может. Ну вот.
Или ты просто кончики убираешь, или даешь форму волосам? Кончики. Ну, как показывает практика, вообще лучше за полгода два раза простричься точно. Для чего? Макс, вот это для чего? Нагревание браша. Разогреваю браша для того, чтобы он сразу был уже теплый. Ну это я понял. Для чего? Я спросил, я ответил. Я разогрел. Потрогал лицом, теплый, горячий, все можно. Статику волос, чтобы не делал. Видно, да, здесь контур? Ушедшие наши кончики посеченные. Модель нам сказала, что волосы отрастают после него неплохо. Плохо отрастают? Неплохо. Наоборот, очень хорошо. Ну, плюс за счет того, что здесь четвертый класс, это уже сказывается на качество именно среза. А если они еще и горячие, это очень даже хорошо. То есть не обрубываются волосы, да? Если вы заметили, я их даже с пенюара могу достать без расчески. Расскажи, пожалуйста, что ты сделал с волосами? Волосы были посеченные достаточно хорошо, особенно кончики. И при том так посеченные, что концы расслаивались на два. В принципе, вот вариант такой, который мы обработали концы в мокром состоянии, да? Да. Мы немножко просушили волосы, потом выровняли их феном, тональной расческой, больше ничем, утюжок мы не применяли. И немножко на сухих волосах мы выправили контур. Все. Угу. Также методом жгута, вот жгутовым способом, мы проработали концы для того, чтобы вот эти вот все неровности немного-немного сгладить. Но это буквально чуть-чуть, для того, чтобы клиентке не возникал дискомфорт. Красавчик, красавчик.